столице чуваши активно развивают детский спорт. Наряду со школьной хоккейной лигой появилась и футбольная. Сегодня на чебоксарском стадионе «Труд» стартовали первые игры. Эти ребята грезят о футбольной карьере с детства. У кого-то папа был вратарем городской команды, кто-то пошел по стопам старших братьев. В любом случае, все они здесь не случайно. Сегодня у нас стартует первый день соревнований, где участвуют 58 команд школ города Чебоксары. В основном это старшие классы, 10-11 классы. Сегодня у нас участвует две группы, группа А и Б, где по 4 команды. Они играют сперва в группе, и команда, которая занимает первое место в группе, выходит дальше. Первый день соревнований окончен. Впереди еще 7. Команды и участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами, кубками и призами в виде поездки на крупные спортивные соревнования. Специальными дипломами и призами наградят победителей в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий». Команды, занявшие первое место в своих группах, сыграют в финале 18 и 19 апреля.